Страна у нас большая, дороги местами оставляют желать лучшего. Многие люди после развала СССР занимаются натуральным хозяйством или мелким предпринимательством. Казалось бы, пикап – отличное решение многих проблем. Практично, можно и себя, и кучу всего доставить к месту назначения. Однако популярностью пикапа у нашего народа почему-то не пользуются. Даже когда предлагают относительно недорогие машины. Собственно, так и произошло с модификацией «Волги» Трофимом. На заводе «Гидропривод» выпускать автомобиль начали в 2004 году. Мудрить особо не стали, за основу брали разные модели ГАЗ, в том числе и премиального класса. Каким образом можно получить быстро пикап из обычного автомобиля? Правильно, распилить кузов. Образовавшуюся дыру заделывали аналогичной деталью от грузовика ГАЗ-3307. От исходника автомобиль отличался полурамой кузова с усилителями, на которой устанавливается грузовая платформа или фургон. Последними монтируют трансмиссию и мотор. В результате манипуляции колесная база увеличилась до 319 сантиметров. Карданную передачу, само собой, тоже пришлось удлинить. Грузоподъемность кузова за счет усиленных задних рессор довели до 800 килограмм. Объем тоже получался очень неплохим – 6 кубиков. Движок, как правило, бензиновый из АМЗ-406, дизельный ГАЗ-560. Ставили редко, выходило не очень надежно. Пикап, надо сказать, получился достаточно органичным и даже красивым. Помимо него выпускали и другие модификации Трофима типа фургона, но все они выходили небольшими сериями. Добиться особой популярности у народа не получилось. Одна из возможных причин – достаточно высокая цена. Автомобиль предлагали за 240 тысяч рублей. Сейчас это не очень большая сумма, но не стоит забывать, что в 2000-х деньги имели другую цену. За небольшую доплату можно было взять гораздо более вместительную «Газель». Явный выигрыш грузоподъемности почти за те же деньги. Понятно, что иномарки стоили дороже отечественного пикапа, но ведь это иномарки. Собственно, это общая тенденция многих наших моделей. Они недостаточно дешевы, чтобы народ начал их брать, и недостаточно хороши, чтобы конкурировать с новыми иномарками. А вам понравился Трофим? Впечатлениями делитесь в комментариях.